Имущественные транспортные налоги вновь в центре внимания. В этот раз судебные приставы и налоговые инспекторы работали с должниками, которые проживают на территории города Одинцово. В списке десятки фамилий. У каждого имеется налоговая задолженность. Кто-то сетует на забывчивость, мол, вроде оплачивал, но цифры неумолимо говорят обратное. Долг есть, и погасить его придется в ближайшее время. Если предписание не будет исполнено, сотрудники смогут применить другие меры. Закрыть выезд за границу, заблокировать счета и кредитные карты. В любом случае, лучше не забывайте исправно платить имущественные и транспортные налоги. Тогда ваше спокойное утро начнется с чашечки ароматного чая, а компанию вам составят родные и близкие люди, а не судебные приставы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».